Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более 180 стран. Маленькое, среднее, большое! Маленькое, среднее, большое! Так, на центральной площади города молодежь Владивостока дала старт обратному отсчету, выстроившись в надпись «ВФМ-2024». Во флешмобе приняли участие 430 человек. Молодой! Участие во флешмобе – это не только возможность поддержать Всемирный фестиваль молодежи, но и привнести яркость и позитив в свою осеннюю жизнь. Отличный способ выразить свою индивидуальность и показать, что готов принять участие в этом значимом событии. Также был поднят флаг фестиваля на учебном фрегате «Паллада». Оба мероприятия организованы Управлением по делам молодежи администрации Владивостока. Анна Дьякова, новости на Восьмом.